Спектр работ по антиклещевой обработке на сегодня уже известен. Сквер Победы, лесопарковая зона за администрацией до кинотеатра «Октябрь», а также парк культуры и отдыха. Конечно, если позволит время, ведь территории на обработку заявлены большие, а человек, проводящих ее, не более 10. Работы много, листьев еще не убрали, субботники не прошли, так что и работать тяжело. Ну, постараемся. Надо, чтобы праздник отсюда хорошо. Полностью лесопарковая зона вокруг города Нефтекамска. Тропа здоровья обязательно обрабатывается. Место проведения турслетов, проведение сандружин, соревнования. Эти места у нас запланированы в обработку. А остальные обработки, как по заявке получается, там организации дают заявки, мы обрабатываем и едем. Основная часть города будет обработана от вредоносных кровопийц уже к 1 мая. Весь же объем работ будет сделан ко Дню Победы. Территории опрыскивают проверенным средством. Срок его действия при благоприятных погодных условиях составляет чуть больше месяца. То самое время, когда клещи наиболее активны и опасны. Однако самой эффективной защитой от клещевого энцефалита по-прежнему остается вакцинация. Перед каждым сезоном создается запас противоклещевого энцефалита, противоклещевого иммуноглобулина для проведения иммуноглобулина профилактики следующим группам риска на бесплатной основе. Детям от 0 до 18 лет, взрослым с подтвержденным результатом вирусоформности клеща, остальные категории взрослых покупают иммуноглобулин самостоятельно. Если у вас нет прививки, то не стоит забывать о простых мерах безопасности. Одевайте защитную одежду и пользуйтесь репеллентами. И обязательно осматривайте все тело после прогулок на природе. Елена Иркеева, Денис Кузнецов. Информационная программа «Время новостей».